В городе ремонтируют не только основные магистрали, проезды, но и дороги во дворах. Причем объемы ямочных ремонтов на придомовых территориях внушительные. Такие работы ведутся во всех трех округах Мурманска. Несмотря на то, что приемка школ уже завершилась, депутаты горсовета и представители администрации все равно продолжают проверять готовность образовательных учреждений к предстоящему учебному сезону. Внимание обращают не только на средства противоэпидемической безопасности, но и на инфраструктуру, состояние территории школ и спортивной площадки. Подробнее в новом выпуске программы «Городские хроники». Этим летом во дворе на улице Сивко 9 провели реконструкцию инженерных сетей, отремонтировали проезжую часть и тротуар, две лестницы и ливневую канализацию, установили новое освещение. Также была благоустроена дворовая территория. На следующей неделе уже в рамках приемки этого двора, с учетом того, что подрядчики его, слава богу, сдают вовремя, встретятся с активными жителями, с управляющей компанией и уже окончательно посмотреть двор, посмотреть, есть ли какие-то текущие замечания, какие-то ляпы, которые еще можно устранить по этому двору, по этой дворовой территории. Мы этот двор по факту уже закончили, но еще его не принимали. Так что вместе с жителями, вместе с управляющей компанией приемкой займемся. Таким образом, в этом году, я напомню, мы в городе Мурманске получим 11 новых дворов. 10 дворов мы делаем в рамках национального проекта, и 11 двор делает наш хороший партнер Мурманский морской торговый порт. Продолжим работу по дворовым территориям. Ранее сити-менеджер Евгений Никора уже приезжал на этот адрес. Тогда жильцы дома попросили расширить проезжую часть. Пожелания мурманчан были учтены. Мы также учли пожелания жителей по приведению в порядок контейнерной площадки. Здесь я хотел бы особо подчеркнуть совместную работу подрядчика с управляющей компанией. То есть они совместно привели в порядок контейнерную площадку, которая выходила за границы двора. Так здесь исторически сложилось, что контейнерная площадка выходит за границы дворовой территории. Кроме этого, мы продолжили участок тротуара непосредственно до лестницы, которая соединяет этот двор с соседним двором, что также не было в проекте. Во дворе на улице Бандарная 7А тоже заасфальтировали проезжую часть и тротуар. Также были реконструированы инженерные сети и появилась система наружного освещения. Все это было согласие собственников дома Бандарная 7А. Это они были инициаторами, они, в общем-то, активно обсуждали, они активно об этом говорили. Поэтому, и опять же, ориентируясь на их мнение, услышав их мнение, что они сегодня довольны тем, как работы были выполнены, но есть небольшие пожелания, которые, в общем-то, в ближайшее время будут также исполнены. Пожелания у жильцов всего два. Первое – посадить больше деревьев у дома. Глава администрации города Евгений Никора рассказал, что это можно будет осуществить уже в сентябре благодаря компенсационному озеленению. Здесь можно создать небольшую аллею. А вторая просьба местных жителей – установка новой детской площадки. Договорились посмотреть, как это соотносится с перспективной застройкой на Бандарной. Или мы весь этот пустырь будем использовать для того, чтобы что-то здесь сделать, да? Или если перспективная застройка будет требовать, мы как раз будем говорить о необходимости создания новой детской или спортивной площадки на месте старой. Поэтому вот этот пустырь, который мы здесь рядом с нами видим, по нему я дал отдельное поручение, чтобы посмотреть возможность его использования и функциональное назначение на ближайшие годы, чтобы этот проект по ремонту этого двора развивался. А так результатом я доволен. Ну, понятно, что у нас есть гарантии, могут какие-то огрехи еще всплыть. Проблема ямочного ремонта дорог рядом с жилыми домами назрела давно, но лишь сейчас удалось ее реализовать. Во дворе на улице Гончарова 5 работы начнутся в ближайшее время. Здесь придется отремонтировать практически 30% от всей территории. Всего же в Мурманске обновят дороги более чем в 300 дворах. Мы никогда не занимались ямочным ремонтом в таком объеме. Более того, я посмею предположить, что и управляющие компании в целом по Мурманску никогда за одно лето таким объемом ремонтных работ по ремонту своих ям никогда не занимались. Вы задали вопрос Оксане Александровне, можно ли увеличить финансирование. Я с ней полностью согласен, что мы должны показать результат. Вот когда мы увидим результат, увидим, что подрядчики не только заключили контракты, но и справляются с этим объемом, справляются вовремя и качественно, про качество я отдельно хотел бы сказать, вот тогда можно говорить о том, что мы и на 2021 год будем просить
у губернатора дополнительные деньги. Ямочный ремонт – это не просто заплатки на асфальте, а покрытие, уложенное в соответствии со всеми нормативами. В каждом дворе ремонт займет до 3 дней. Работы выполняют быстро и качественно, уверяют подрядчики. Гарантия на такую работу 1 год, но прослужить асфальт должен примерно 2. Мы, как самые, наверное, большие производители работ, у нас полный цикл от асфальтного завода до своего автопарка и персонал. Поэтому, да, мы ни от чего не зависим, постараемся уложиться раньше срока. Мы будем стараться. Хотелось бы все в данное время уложиться. В этом году на ямочный ремонт в Мурманске было выделено 103 миллиона рублей. По итогам его проведения будет рассматриваться вопрос о возможном увеличении средств на продолжение программы в следующем году. Мы должны закончить все работы до 15 октября. По ряду дворов мы, естественно, результат увидим раньше, поэтому я полагаю, что к 20 сентября я могу сказать о том, насколько эта программа успешно пошла. На территории Мурманской гимназии номер 5 строятся 2 спортивные площадки. Одна из них универсальная, а вторая для сдачи норм ГТО. Здесь уже заканчивается монтаж конструкции, скоро начнется укладка покрытия. Однако осмотр главы администрации города не прошел без критики. Из-за того, что комитет по образованию поздно заключил контракт, строительство завершится только в ноябре. Евгений Никор отметил, что сроки сдачи объектов должны быть раньше. Мне это абсолютно не нравится, абсолютно не устраивает. Все, что связано с учебным процессом, эти 2 площадки, на которых мы находимся, связаны с учебным процессом, должны быть закончены в августе. Что радует? На данный момент подрядная организация MSF Fiber идет с опережением графика. Ну и пока мы видим возможность полностью все закончить в середине сентября. Также Евгений Никор отметил, что территория вокруг площадок должна быть благоустроена, и он лично приедет проверить это, когда работы завершатся. Кроме этого, я обратил внимание на необходимость капитального ремонта или текущего ремонта, посмотрим, проезда внутри гимназии в следующем году. Поэтому будем планировать в следующем году обязательно эти работы по проезду. В этом году работы по модернизации спортплощадок ведутся в 5 образовательных учреждениях Мурманска. Сейчас в гимназии номер 6 Мурманска завершается ремонт столярной мастерской. Также в этом году в учреждении провели косметический ремонт туалетов, некоторых кабинетов, лестниц, актового и обеденного зала. В гимназии частично поменяли окна. Евгений Никора во время осмотра спортзала отметил, что он нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, сити-менеджер рассказал, что планирует сформировать муниципальную программу по замене окон в столовых образовательных учреждениях Мурманска. Это серьезное масштабное мероприятие. Мы начали уже им заниматься, но в рамках отдельных мероприятий. Я хочу, чтобы во всех школах, где нужно поменять окна в столовых, чтобы было тепло в столовых, чтобы обеды не остывали, чтобы деткам было тепло, чтобы мы, ну, по крайней мере, за 5 лет до 2024 года это сделали. На территории гимназии есть спортивная игровая площадка. Здесь было обновлено покрытие. Глава администрации отметил, что за территорией необходимо должным образом ухаживать, чтобы объект находился в отличном состоянии и летом, и зимой. Также Евгений Никор отметил, что оставлять фундамент от старой теплицы, которая находится немного в стороне от образовательного учреждения, в таком виде нельзя. Увидев объект, я понял, что демонтаж будет стоить очень дорого. Сделано было в советское время. На века, очень качественно. Выковыривать фундамент, полный демонтаж, там реально миллионы. Поэтому предложил подумать о том, чтобы приспособить, соответственно, кирпичное помещение под холодный склад и посмотреть возможность рядом поставить на имеющийся фундамент, восстановив его, ангар, который можно будет использовать или как холодный склад, опять же, или как спортивную площадку. В целом, подготовка гимназии номер 6 была удовлетворительно оценена комиссией. Важно отметить, что помимо ремонтных работ в учреждении подготовились и к эпидемиологической безопасности. Нельзя забывать, что коронавирусная инфекция все еще представляет реальную угрозу. Особенностью этого года является то, что учебный год начинается в условиях пандемии. И поэтому, конечно, каждое образовательное учреждение создает безопасные условия, санитайзеры, термометры бесконтактные, рециркуляторы воздуха. В этом году гимназия победила в конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных проектов. И скоро ученикам еще лучше и интереснее будет постигать азы наук. Первая детская музыкальная школа тоже готова к новому учебному году. В помещениях заведения окончен ремонт. Учебное заведение было открыто сразу после окончания Великой Отечественной войны. В этом году школе исполняется 75. Больше 1 000 000 рублей выделено на ремонты, на приобретение мебели. Вы видите, что мы стараемся каждое помещение делать максимально функциональным. При этом стараемся не тратить значительные средства на ремонт каждого помещения. Тем не менее, по результатам конкурсных процедур была определенная экономия, и
Итого удалось в этом году отремонтировать 5 помещений, в том числе хоровой класс, где мы сейчас с вами находимся. Времена меняются, и требования к организации учебного процесса тоже. По программе «Доступная среда» был приобретен лестничный подъемник, а также установлены специальные ярко-желтые маркировки для обозначения пути передвижения, которые помогут ориентироваться слабовидящим. В этой музыкальной школе приобретается мебель для комфортности, изменяется библиотека, которая непосредственно и в цифровом выражении будет хранить ноты. Меняется и хоровое обеспечение класса, меняется и мебель, и музыкальные инструменты. Поэтому я считаю, что это очень важно, так как это образовательное учреждение, в частности музыкальная школа, является одним из лучших в Заполярье. Глава администрации города Мурманска Евгений Никор отметил, что с точки зрения эстетического воспитания было бы правильным решением привести в порядок зеленую зону напротив музыкальной школы. Такое пожелание передадут специалистам управления дорожного хозяйства, которые в будущем займутся озеленением газона и обрезкой кустарников.